Всем большой обывательский привет, уважаемые. Сегодня у нас Том Клэнси The Division 2. Кооперативное прохождение сюжетных линий, побочных операций. У нас приятная, добрая компания. Я обыватель, Ники справа внизу вы видите, дедушка Штакет, 78-й регион, и девушка, вы сами видите ее никнейм, с шести она. Вот. Всем здорово. Бакси. Поздоровайся. Здорово, я не стал здорово. По-русски читать твой никнейм. Вот, и на дворе август 2021 года, и вы можете собственными глазами убедиться, то есть, насколько все играбельно, насколько все оживленно, и т.д. и т.п. Мы с удовольствием вам все покажем, расскажем, ну и повеселимся. Так, пострелушки. Мне надо. Лысый, ты где? Лысый, говорит, ты где? Я вот тут. Сейчас. Блин, мой единорог пропал с рюкзака. Да, в смысле? И теперь, благодаря ветру, мы имеем все электричество, которое мы когда-либо использовали. Что-то тут Одесса свою просто проговорила. А чё так, неплохо у них в театре-то? Ну, так-то да. Детишки, я смотрю, бегают, играют в салки. Hello. Hello. Ну чё, куда дернем-то? Ну, по заданию. У нас тут по заданию... Эх, берем объект разрушения, первый уровень тревоги. Контрольная точка. Ну, я поставил метку. А ты пешочку? Ну, ты хочешь полететь? А у меня тоже быстрое перемещение нету. А ладно, куда догонять? Да мы это добежим. Чё-то я вас всех потерял. А, всё, вижу. Так, вы где? Где я тут бегаю? Эхо, активировать, прокачаться. Да блин, да серьезно, ты еще прокачаться пришел. Ух ты. Ой, я вижу, там одни черепа. Я вижу, короче, это. Обалдеть. Группа augmentation activated. А ты еще со снайперкой. Да, я со снайперкой. Не, ну и с дробашом, только он как бы не такой прикольный. О, ты кого-то убил. Ну тогда. Слушай, черепушки-то как долго долбятся. Чё за район-то такой? Ты чё, привык? Я так же играл в шуте. Ну, не знаю, мне... Ну, какой-то эхо-маяк там мы пропустили. Использовать. А где Настя-то? Она уже там штурмует вовсю, что ли? Да, нет, она вообще в другом месте, по-моему. Ну тогда она вообще... Слушай, а что-то у тебя... У тебя первый уровень агента? Или ты своего какого-то старого взял? Нет, у меня первый уровень агента. Ну, скорее всего, пушки просто перебросила, и все. Не, просто что-то... Для первого уровня брони больно много черенков. Нормально. Не, я просто не припоминаю, чтобы как бы у меня вот их сколько там, 7-8 штучек.
Ну, старый игрок. Ты знаешь какие-то секреты? Читер. Так. А, и у меня черенков дофига. У меня столько не было раньше. Как быстренько я качаюсь. А, уже третий уровень. Фига ты шустро. Я вижу контрольную точку. Я, вот ее надо брать. Он, по идее, не по зубам. Что-то все взрывается, трясется. Ты умираешь. Я тоже. Блин. Именные все. Ох. На именного нарвались. Я тоже лег. Ну что, прикольно, прикольно. Отвратительно. Да, он бежит, блин. Командир, я сейчас на него прыгнул, апнулся и нормально. Прикольно, прикольно. А нас же это, тут какой-нибудь комендант может оживлять? О, он меня оживляет. Фига тут мясо, блин. Да, что-то как-то жестко. Не, я, конечно, понимаю. No pain, no game. Без боли нет игры. Что-то совсем уж больно. Офигеть. Упало. Что за упало? Там это. А, гранатометчик. Да. Да, ввязались мы. Чё-то мне не нравится. Нормально. Там было лучше. Нормально. Кто там еще? Сзади меня, что ли? Нет никого. Ну а? Ну, со своим этим троном сражается. Блин, офицер-то как оживить? Поднять его. Не, он там в самой гуще, короче, там это, сам сляжешь. А там бензокрепление. Ну, допустим. Там это, стенокосилка. О. Помню, как называется. An agent needs assistance. Detected.
Near my location, guarded by hostiles. Wasting my time here! Stop with that. Так. Угу. Я тоже так. Immediate medical assistance needed. Не кисло. Нет. Все, я слег. Сейчас ко мне офицер бежит. Сейчас я докомандую, если командир еще живой, я когда на него поднимаю. Кого я могу? Апнуться. Ага. Могу. Теперь нам защищать ее надо. Да. Group augmentation active. Еее. Ты же нашла вообще такие жесткие. Hostiles, guarding location nearby. Он не играет, да? Supply room access unlocked. Переживаете? Да я там переживаю, я просто бегаю. Это что переживать? Thanks for all your help. Я уже 100 уровня. А администратор у нас кто? Вот он. Нет, Настя. Конечно, написано. Вон, посмотри на значок. Тот, кто сверху, да? Ну да. А чё ж нам такой район-то достался, черепушный? Нормальный. Зато быстро качаемся. Ты говори за себя. Так, ну и... Так, это мы взяли. Так. Что мне тут надо? Угу. А чё мы там склад не пошли и не обобрали? Я уже обобрал. А я нет. Ну блин, он в кресло, без нас. Пойду я сейчас там, короче, тоже почекаю. Угу. А где он вообще, этот склад-то? На третьем этаже? Вон туда, в дырочку забегай. Где-то здесь я, короче. А, все, там? Где-то там, да. Да там увидит, не промахнется. Какие-то одни ноунеймы, короче, тут достались. И компоненты, и все. Один сундук.
Так, нажимаем карту, да, и куда? Сейчас скажу, куда. Так, мне надо сейчас мы сейчас же ионную карту выполняем. Угу. У нее горит вон, побочная операция, Кони Айленд у нее открыта. И нам туда надо, на побочку. Настя. Видишь наверху карты Кони Айленд? У тебя побочная операция. Секунду. Я даже метку поставил. Это нам что, сначала в Белый дом нужно, к вертолету? Зачем? Она может так прыгнуть, апнуться. А у меня крестик не зажигается. Ну, надо для быстрого перемещения туда. Она нас ведет. Она летит. А, мы к ней, короче, это потом прилипнем. Да. Она вызывает вертолет, прыгает туда. И мы нажимаем на кнопку «Готовы». Угу. Окей, а как вызвать вертолет? Из Белого дома. Все сложно. Там, короче, пилот тебя это... отшвартует. Да, я тоже, короче, от сказал, а потом думаю, как сказать-то. Отвезет, отлетит. А ему пофиг. Доставит, во, правильно, наверное, так будет сказать. Приди, зай. Она возле вертолета. Рассказали вертолет, я нашла вертолет, что не так. Вот твой вертолет. А я смотрю на вас, на кружков, на карте. Это 30-й левел нужен. 30-й уровень нужен? Да, у меня 19-й. А почему? Ну ладно, тогда. А потому что эти все, они открываются на 5-м глобальном. Как раз когда 30-ка. Угу. Ну ладно, пойдем тогда вот сюда, блин. Вот, попавшие экраны. Я сюда забегу к одному дядьке нехорошему. А мне, походу, туда пехать придется. А зачем? Ты прыгаешь на последнее откровение, и оттуда очень рядышком близко. А, на опорный пункт? Опорный пункт. Последнее откровение и вот эта точка. Настя, точно так же делай, туда прыгай. Да уже. Молодец. Я сейчас к вам прилипну. Group augmentation active. Так, где она там? Все, на врага? Hostiles guarding location nearby. Group augmentation inactive. Group augmentation activated. Вилка. Блин. Agent down.
Что-то больно желтый. Да ладно, что вы в самом деле, блин? Ты пробиваешься, блин. Сам в конце стоишь. Я и то издалека их люблю. Вон, на раз, два. А, конечно, откуда мы знаем? Эть? Ну тут все позор. А ну стоять, не двигаться. Immediate medical assistance needed. Что-то тут какая-то с ножом на меня нападала. Это не с ножом, а это с палкой. Да нет, а вот тут нож. Они в бой, вступили. Ух ты! Оба-на! Да как так-то, парни? Народ! А чё там? Меня что ли, я маленький? Лежишь? Или не ты? Нет, я воюю. Это Лёха, Лёха. Оба-на. На меня шокирующими. Так, один просто если... Да, прыгай прямо туда. На опор, либо баран. Обалдеть, короче. Короче, ясно, лежите, балдейте, я сейчас прыгну на этот, на опорный. Group augmentation inactivated. Group augmentation active. Group augmentation inactive. Бегу, бегу. Не добежал. Да. Легко, тут легко, вы чего? Да вон меня. Гражданский. Иди за спину, за чуть-чуть хорошо быть. Да уж, ладно. Добью я. Civilians in distress. An agent needs assistance. Где кто лег? Во, молодцы эти како. Вундеркинды? Ну, боты, да. Тоже.
Я думал, это вы там за этим пулеметом. А это, оказывается, искусственный интеллект. Ребята, я его с таким же макаром сейчас догоню. Ой, да пожалуйста. Нам же легче будет, будешь ты работать один. Напугал, блин. Пятка сосиски. Обратно к этим гаврикам. И там еще кто-то появился. К контрольной точке? Ну да, там же склад. Склад-то не взяли. Какова скорость тьмы? Civilians in distress. Какова скорость тьмы? Да, но есть же скорость света. А скорость тьмы какая? 3,16. Ты мне не спи, рассказывай. Неизвестно. Вот. Я тебе неизвестность сказал. Так число пи известно тебе. Да, откуда ты знаешь? Там может быть оно 3 целых, там может быть 3 целых, там 71 сотых, может быть тысячных, может миллионных. Ты видел число пи вообще? Видел. Ну, ты же чё ты? Так, ладно, куда дальше-то? Сейчас. Давайте по сюжетке что-нибудь. Я не вижу, чтобы не было. Настя, открой карту и посмотри сюжетку свою. Блин, знаете, как у тебя там, там ромбики такие. Киненькие должны быть. Есть серенькие. Пойдет? Серенькие — это пройденные уже. Ну, значит, нету. Civilians in danger. Так, нету. Так, а если мы откроем карту, это будет ее карта? Да, ее новая карта. Или каждого своя карта. Это, по-моему, своя карта откроется. Ну, у меня, да, тоже все серенькие. Хотя я 14 уровня. У меня даже там, где районы не открыты, они серенькие. Так, что мне там пишут? Мне надо с кем-то без технологий. Интересно. Почему? Ладно, я в Белый дом, меня туда зовут. Технологии? Не знаю, да, спецтехнологии, по-моему. Не, администратор, ты у нас. Я же говорю, что это... Рассказывают, ну. Сейчас погляну, кто тут администратор. Эскейп, нашли, посмотри, что ты там. Я смотрю, у меня стоит Настя. Не, я сейчас вот за тобой прыгал, короче, это как в Белый дом. Администратор штакет. Два против одного. Ну да, косяк. Ужас. Это ты уже 8 уровня? Да. Фига себе. За 15 минут. Так, доступны районы.
50 уровень. Так, 10 помню. Что-то дождик пошел, и у меня системник зажужжал. Да? Прикарно. Системник жужжит, да что? Отель Гранд Вашингтон. Отель Гранд Вашингтон? Так, а ГИД? Нашел? Ну, no. Он мне точку поставил. Hostile control point detected. Вообще погода испортилась. Кошмар. Может, он посидел? Не-не-не, а как же, короче, агентура там всякая, то есть налаживание связи. Уровень противника, это римская 5? Да. И черепуха? Ага. Прикольно, прикольно. Так, что там? Параметры операции-то. Уровень противника. 30-й, короче, вообще. У меня 14-й уровень. Давайте дома посидим все-таки. Сейчас просто не ваншот будет, а просто, я не знаю, они прибегут, и мы сразу... И все, и броня кончилась. Это я не понял, что я не активировал? Ну-ка, ну-ка. Че ты там активируешь? Это не хочет он. Беги. Нет. А, блин. Белый дом опять. Опять дурацкий тут белый дом. Все. Зачем он тебе нужен? Мы перед отелем стоим. Ну, стойте перед отелем. А мне надо зачем-то в белый дом. Блин, что там опять забыл? Ну, у меня там восклицательный знак. Ой. На все рассказательные знаки ходишь? Да. Внимание. Что-то можно скоммунизить. Еврейская душа. Пойду носки подберу. Я тоже хочу. Капец, без меня носки берет. А я что-то не заметил даже, что выпало. О, компоненты. Еды, лес. Ой, а он еще рюкзак, короче. Настя подобрала кеды, лес. Это носки. О, еще, короче, сундук я нашел. Да, блин. О, тут намордник. Пацаки, а вы почему без намордников? А вот молоко с вермишелью это суп, а получается хлопья с молоком это тоже получается суп? Да. Да иди ты это под крышу, что то там. А, ты мне? Да, ты такой жмешься. Блин, я что-то как-то это так, ну, по привычке. По привычке, когда с машинкой трясешься. Так. Дождик, кофеек, сам это. А все, он вроде это. А, нет, что-то тут колотит еще, слышно, по шуму. О. Да не торопись. Я как Мэрилин Монро буду стоять сейчас вот здесь вот. Типа в белом платье. Туду-туду. Как она там пела-то? Ну, ты чуть-чуть с автоматом не смахиваешь.
Да я, мне кажется, и бейсболкой не смахиваю. И очками. И татухами. Тут, короче, это... На днях закончил сериал смотреть германский. Чё вот как бы еще и прикольно, то, что это там не какой-то Голливуд заезженный и клишированный, а Германия, то есть, ну, сериал из 3 сезонов. Тьма, короче. Блин, такой прикольный. Это вот как раз вот, Настя, тебе вот зайдет, я думаю. То есть ты вот тоже там вот там крутится ли воздух в колесах, то есть как бы там тоже там такие замуты, то есть как бы типа начало это конец, а конец это начало. Там тыры-пыры такие вот, короче, вещи, вещи. Ну, там много отсылок к временным петлям, к тому всему подобному. Начинается он как бы так, как триллер, то есть, ну, потом так раскручивается интересно. И вот, короче, я вот сейчас, он закончился, и я хрен его знает вообще, что смотреть, то есть, у меня такое опустошение. Так что, если кто не смотрел, как бы рекомендую, зацените. Окей, судя по тому, что говорю в гугле, здесь выдается вторая же картинка. Это какие-то схемы. Ты уже гуглишь? Да. Просто тьма или сериал тьма? Да, сериал. Не, ну все, конечно, субъективно, то есть, ну, мне очень зашел. Как там в Белом доме дела? Я бегу в театр. Ты в театр уже бежишь? А что мы перед отелем делаем все до сих пор тут? У меня театр не открыт, оказывается. О, крыска. Убил крыску. Да, блин, ты что там развлекаешься? Вообще, да, что каждый сам вообще-то? По себе. Мы тут сумки потрошим, он там, короче, это... О, вам там развлечения. Так. Тут-то я уже был. Я вон пойду нашим помогать, они в кого-то там стреляют. О, глаза какие-то появились. О, черепушки появились. Может, не надо? Ой, тут столько восклицательных знаков загорелось. Мы не нужны. В общем, моя голдовая снайперка снимает за выстрел пол жизни. Хорошо. О, а там контрольную точку мы можем сейчас захватить. Но мы вряд ли ее захватим в два лица. Чем вы можете захватить? Главное, не лезьте на рожок. Да не, мне с такой дистанции прилетело там с краешку и все, и просадило всю эту броню. Так. У-у-у, там еще и пулемет. Представляешь, нас тут с двух это флангов, короче, берут. Оба-на. Там розовое что-то, короче, он впереди. Ну, а что-то у нас стрелка куда-то уже в другое место показывает. Или это отель Гранд Вашингтон? Оба-на.
reinforcements incoming. Предпоследний бронекомплект. Ух ты! Ну да, и не больно кусаются. Да ты вообще что-то там рёшь. Вот! Ты всё, тут чего? Да я появился, сам не разумно. Обана. О, вот там. Упали. Сейчас все будет. Да, больно. Кирдык. Что-то он мне не ползет даже. А, меня оживили. Да, твоих же еще. Мамбла бежит. Я лег.
описую. Да. О, даже так можно. Как меня, короче, не зажмурили. Ну, зажмурили. Догнали. Не, мне крови не... А, меня кто-то оживляет. Офицер? Командир. Да. А ты где? Да рядом с тобой было. Блин, да что ты будешь делать-то, а? Сколько вас много? И это была пехота еще только? Да. Все, короче, я, вы погибли в ослабленном состоянии. И Настя погибла. Да блин. Прыгайте. Ну что, на место возрождения? Да, прыгайте туда, один прыгает. Так. Попробуем. А у нас нет. Тут ближайший только театр получается. Блин. Где, куда тут? А, о, все вижу. Looking good, agent. Хорошо выглядишь, агент. Ну, бегите себе сюда. Я пока вас подожду, полежу. Ты тоже лег, что ли? Да. Кошмар. Ну, так и да. Так, GPS показывает это куда? А, Гранд Вашингтон. А где у нас тогда эта контрольная точка? Вот. Где вы слегли-то? Меня... Вон. А, вижу, вижу, вижу. Так. Лидер мирных жителей мертв. Шустро меня, короче. Agent incapacitated. An agent needs assistance. Это как-то насилует, очень больно. Agent killed. Да, жестко, жестко. Я подошли. Я могу выбрать. Или кто тут у нас? Ну я вот сейчас в театре. Я сейчас к тебе прыгнул. Настя, пока лежи, не прыгай никуда. Ну что, замочим гадов? Да куда они денутся, конечно, замочим. Нормальные герои всегда идут в обход. Ну, что-то типа того. Ну вот, опять по новой. Настя, я же говорил, не прыгай. Лежите на месте. Ой. Блин, вообще пипец. Я не могу. Тут как-то все плохо очень. Ну да, из театра респаться постоянно как-то
Не шибко удобно. Вон там команда Гавриков бежит, он прыгает на командира. Ты спрячься ты. Вау, получилось. Захватили. Надо же, получилось все-таки. Ой, эти с это, с крышками от мусорных бачков. Бомжи. Я забыл, как они себя величают-то. Истинные бомжи. Сыны, по-моему. Что, крышками? Ну да. Когда все с винторезами, с пулеметами, с морами, а они с луками, с крышками от баков мусорных. Ну так это же крю, блин. Бомжи. Робин Гуды. Да, 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 Робин Гуды. Робин Гады какие-то. Так, что-то там склад, наверное, да, где-то? Ой, сколько тут всего полезного. Ну и? Ну и? Куда мы теперь? Кого спасать? От кого получать? Работай. Все пытается меня стукнуть. Здесь олень. Блин, его ранило оленя. Надо было его убить. Оленя? Угу. Вот олень. Мясо, мясо. Вот олень. Но он же рождественский. Ёлопалы. Побежали. Ну, наши молодцы какие. Только из боя, прям пару минут, как из боя, и уже за ресурсами двинули. Ну, так это да. Да, я лопал из дома. О, эти, Робин Гуды. Нет. Это не Робин Гуды. Когда умудрился так взять? Ну вот я упал. Блин. Это серьезно. Не, я тут ползаю, то есть как бы, ну тут, конечно, бебета, без шансов. Ясно. Я сюда доползи, что-то за стелочку так сратливо. Я думаю, мне крови не хватит да тут доползти. Да блин. Не-не, хватит, хватит, хватит. Уже сдаешься. Блин, ёшкин кот. Это никто не ожидал. Как огонь-то быстро, короче, это щемит. А мы куда бежали-то? Не
на точку бежали. Так. Так. На контрольную? Ну, там мимо попутно надо было кое-кого жахнуть. Учился наоборот. Ясно. Бежит. Там их много, лучше осторожно. Там огнеметчик. Это тоже сгорел на работе. Патрошки. А, это контроль территории был? Да. Уровень тревоги повышен до второго. Офигеть. Ну это в натуре для. Это в натуре для 30-х уровней. Зато быстрее качаетесь. Я скоро буду. Как никнейм у Насти. Так, это ты так далеко уже у этого убежал? Да. Это красный дракон или что там? Я не помню. Да. Яркий. Элитный патруль! Себе, блин, тут уже зачем? Камикадзе эти бегают. Ты после этого тоже уверен, что стоит идти? Вау! Не, вне укрытия тут, конечно, реанимировать это. Ой, этот с кувалдой тут бегает. Ай, тут машинки. Так. Может, не надо туда? А чё, как дела? Но! Жарко, жарко. Лёх, беги, поднимай. Бегу, бегу. Так, мне надо сориентироваться, куда бежать. А то я это... Так, все, я бегу, бегу, бегу. Багира, я уже бегу. Багира, я уже лезу. Так, ой, что-то мне еще дофига. 145 метров еще. А Багира же в оригинальном произведении, она же была мужского пола. Багира? Ну да. Ну... А почему-то ее сделали женского. Ну... Тогда Багир должен быть. Ну, типа пантера женского рода. Ну да. А, видимо, в оригинале она мужского. Подожди, Пума тоже. Да, блин, про произведение, не про Пуму. Reinforcements incoming. Да что ты все куда вылазишь-то из-за укрытия?
Оба-на. Печенку мне в селезенку! Вот сейчас я точно дам дуба! Блин, меня машина пила, убила. Agent, deceased. Agent down. Yeah. Oh, здесь уже. Он прыгает на командира, Лёх. Как я прыгну, я уже все. У меня даже, ну, как сказать, я без сознания. Ну, вот и F нажимаешь, выбираешь командира. По идее, либо из отряда. Так. Все, я понял. Наш. Если я пробиваю ее, блин, мне урон похож. Эх, машинка. Машинка. Ну куда ты? Видишь, полностью прибежал. Ух ты! Ай. Да ёшкин ты кот! Может нафиг? Ну так это... Сейчас, давайте я сделаю вот как. Так. Сейчас выйду из группы. Выйду в главное меню и обратно зайду. Потому что что-то какая-то ерунда, какая-то беда бедовая непонятная. Ну, вообще, да, непонятно. Вот у меня указывается 16 уровень, глобальный этап 5, бальность снаряжения 450-515.
Хотя на таком уровне это все должно быть как бы, ну... Ну, недоступно. Ну да, по идее говоря. Районы закрыты должны быть на замках, то есть как бы ты туда не, ну, не сунешься, потому что не твой левел. Ну, сунуться-то я сунусь, блин, просто мне они будут с первого выстрела шкалтить, а я их не смогу даже как бы, ну, задеть-то я задену, а я их почему-то ломаю. И у меня тоже удивительно то, что, в принципе, такие тридцатку, то есть, будучи 16 уровнем, я с двух выстрелов снайперки не мог бы валить. Ну да, сейчас-то как бы, сейчас. Ну, теперь можете ко мне присоседиваться. А ты где? В библиотеке или где? Лютер Кинг или что? Я в театре. Я просто перезашел, и вам надо ко мне уже цепляться. А, это Настя, я понял. Так, это театр. Ты в театре? Да. Я тебя что-то не вижу в театре. И эскейп, сообщение. А, ты же вышел. Видно? Да, я же вышел из группы. Настя, ты прицепилась? Вижу. Вижу. Ну, теперь все нормально. Ну, теперь я вижу. Где я что делаю? О, я вижу, короче, да, это, ну, сюжетную. Да, сюжетка. А, да, вот он нормально, да, синим за этим небесным цветом или каким там загорелся. Голубым. Сам ты голубой. Я так аквамарин. А какой? Аквамарин. Какой будет аквамарин? О, спасенный шедевр какие-то. Что-то их не находил. Не, я просто этой как бы вот, ну, этих коробок не видел спасенных, короче, этих шедевров в коробках. Мы не дикари, мы умеем ценить искусство. Я вечно все по делам, куда-то тороплюсь, короче. Ну, тут, видишь, увидал. Ну, также тут и телефончики всякие лежат, пейджеры, блин. Ну, короче, дофига всего. В меню заходишь игры, блин, и там задание есть. Там убить столько-то, блин, из пистолета, столько-то надо закрыть дверей от машин. То есть, крутишь. Да. Серьезно? Да. Здесь есть ачивка на двери? Да. Потом надо на капоте прокатиться. Нормально. Да ладно. Да. О, началось, короче. Потекло. Говно по трубам. Ну чё, погнали. Другое дело. Что другое дело? Ты сам тут на душе не рассказал, нормально все. Нормально? Я вот смотри, как быстро прокачал. Кардос? Это кардос. Вот такое. Это тебе нравится, кстати, смеяться. Да, кто бы говорил, па. Так. Я отличный стрелок. Ну, эти щелкаются уже нормально так. Как в тире. Я величайший супергерой на планете. И мне все, блин, дозволено. И там тоже щелкалось, как в тире. Ну, они нас щелкали тоже. Будь здоров. Первый, блин, ливнул. Только, короче, и успевали возрождаться. Блин.
прострел или нет? Наверное, есть. He went all the way to the top floor. Take the stairs to the right of the elevators and work your way up. Меня заколбасило. Хочешь, помогу? Не надо же. Не надо, я сам. Я лучше сам. Тут работа для тебя. Да, иду, иду. Все тебя ждут, Логанова. Да, я уже понял. Нам обнаружен ящик в черном дневнике. Прикинь, вот ты попал бы на 100 лет назад. И? Без, ну, без одежды, без всего. Как вот ты сказал, что ты из будущего? Ты прикольно вообще, короче. Знаниями. Какими знаниями? Он сказал, я Нострадамус, короче. Я предсказываю вам будущее. Да, внемлите мне. Ай, психушка его сразу. Да-да-да, зачем, блин? Ну, вообще, да, там надо еще так, да, то есть, как бы, ну, что-то так. Радио 100 лет назад открыто уже было. Хотя, забрось меня без одежды, 100 лет назад я бы радио не изобрел. Хоть с одеждой, хоть без. А ты б как доказал, Настя? Ай, думаю я. Тебе переадресовали твой вопрос. Переадресация. Не знаю, какой-нибудь бы гайд написала на будущее. А ты хочешь сказать, что ты предварительно знала бы, что ты попадешь в прошлое? Ну, если я уже попала в прошлое, значит, я буду писать какие-нибудь, не знаю, как Ванга, предсказания. Тут зайду свое движение, которое будет верить в это все. Потому что по мелким будет все сбываться. Значит, по-крупному зайти более сойдется. Буду править мир. Ла-ха-ха. Ну, что логично. Да ты чё, там будет как бы жестоко почитать. Там любого путешественника будет почитать. I just found an ammo stockpile. I'm gonna detonate. О, да. Ты будешь жить в шоколаде. Угу. Если и психушки, конечно. Ну, значит, придется прятаться, блин. Ну вот тут вот эта винтовка, которая на мне не бьюсит. Блин. Она для этих уровней нормальная, блин. А дальше, блин, она уже вообще. Doing all right there, Kelso? As long as I'm not breathing asbestos, that blast did a lot of damage. Да нажал я кнопочку. Вставай. Давай, вставай сюда. Вот сюда. Давай. Да блин, ну чё? Метр. Иди отсюда. Так. Эй. Подпрыгивай. А почему их убиваю? Потому что уровень маленький, заем. Это же жестоко. То, что ты с другими людьми покимаешь, то, что идешь по головам. Тебе стыдно? Нет.
Вот что, блин. Ну, мне должно быть стыдно. Они у меня убивают, почему я не должен их убивать? Так, а может, мы для них плохие-то? Понять, правда, это относительно. Да. Есть одежка. Вот идет такие, блин. Их так не задумывался, бля. Кто плохой, кто хороший. Ты просто берешь и воюешь. Да. Без разбора. Ужас. Как тебе не стыдно? I'm on the roof, holding for backup. I have eyes on you, Kelso. You see Sage? I don't know what he looks like, but there are plenty of hostiles up there. Not for long. Пять, стоп. Не успел. Тут эти ящики-то бивни или кого там, истинных сынов, не должно быть? Или гиен? Подальше. Так. Где-то, по-моему... А мы ключ, по-моему, не брали, да? Нет, не брали. Телефончик. Блин, он взорвался. Вызови еще одну. Кого? Этого летучего голландца. Он так это еще рано. Сейчас, через 11 секунд. О! У меня ключа нету. У кого там гиена ключ? У меня тоже по нулям. Ключи можно находить в этих подземельях. Да, 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 да. Здесь подземелье есть? Ну, в канализации. Ready when you are. Let's do this. Ну, офига себе, здесь фэнтези мир начался. Это гигиены. Это зэки. Это какая-нибудь идеология. Наркота. Правильно. Ну, блин. Если это правда. Там такие деньги крутятся тоже. Черные клыки или? Черные бивни. Эленор? Черные клыки, тоже ничего. Блин. Суть одна и та же. Тут так. Зубы есть зубы. Зубы есть, значит, кот. Детки нехорошие. Hostiles flooding into the building from the street. Get down there and take care of them. I got Eleanor. Под дверь. Я понимаю. Она ждет все. Да. Речи. Быстрее, речи, блин. Бегу.
получается, надо гонять. Мне тут лут надо было собрать. Ты стоял, я отмазываюсь. Все видели. Я стоял. Вот нажимай кнопку. Не? Не, сложно. А, сейчас внизу холл зачищать и дверь там, да, короче? Да, дверь. Из пулемета. Дверь расстрелив. Ну, можно из пистолета, но это долго. Можно и прикладом, это еще дольше. Не знаю, не пробовали. Мне плохо. А надо попробовать, короче. Челлендж устраивается. И не одна. А вот где? Насчет того, что не сможешь. Ну, озабоченная. Еще лучше. Слушай, быстро как? Из снайперки-то. Во, уже качественный шмот появился. Такое. А то мне этот зеленый безымянный что-то как-то. У меня лапки. Ты где, блин, опять? Я в театр. Сдавать задание. Куда это там пулемет падает? Это мой, что ли? Да. А что, у тебя в руках ничего нет? Не, я просто смотрел, моя там турель, короче, все куда-то в подвал падало. Два раза подряд. Так, и чё, куда нам теперь? На кого мы теперь? Я скажу. Так, у меня открылась новая препарация, и мне тут... Дочь фига. Ну я чё-то всё вижу 18 уровня. Ну, в принципе, я 16-го. Не так уж и страшно. Ну да. Ну, значит, побегли. А на какую? Торговый центр Джефферсона? Да. Нам туда. А мы не только что здесь были? Или где? Нет, мы были? Мы были Гранд Вашингтон. Окей, все, понял. И куда? Тапайся на лёг. Он как пули прилетела. Да блин, мы просто в двух разных местах. Новые операции, торговый центр Джефферсона, музей истории. Так, я здесь. Так, вот, получил винтовку G36G. Да спокойней. Last radio contact with Espinoza came from a parking garage close to the shade node. Isaac has the location. Ай, что-то им туда. Дэм. Погреться.
блин. Тушка, блин, ты достала меня уже, блин. Че он плохого сделал? Он плохого сделал. Не знаю, что они так на меня взъедут. Она еще начала. Вы можете создать любой свой праздник. Праздник, праздник! Да. Люблю праздник, праздник! Слышим, блин. Чтоб на утро было потом стыдно. Тогда без этого. Такими конкурсами, блин, да? Как это уж такое есть, разве называется свадьба? Сюрприз! Конкурсом Лил хотел. Ну, блин, надо же просто сказать что-нибудь культурное. Культура, мой тут. Ой. Это. О, улетело. Космос. О, телефон кому надо? Или телефон? Там на столе. Хороший? Да. Секретный. Там должен был на столе лежать. You're near Espinosa's last known position. The shade node should be close. Вот там чего нету? Нет. Ну ведь брала уже. Вау. Сюда, да? Нам сюда, сюда, сюда. Лёх, ты там инсулин-то хоть нашёл? Нет. Ну, у меня это на основном агенте, который 30-го. Там в одном из проектов, типа, у меня всё выполнено, кроме подарить инсулин. А в другом подарить отвертку. Я... Можно? А? Ее передавать можно? Нет? Не, я так понимаю, это надо найти, то есть, типа, вот как вот эти всякие носки там, всякие вязаные. Это кеды были. Так, потом. Это надо открыть. Ты чего за мной так пристраиваешься сзади? И у меня вот висит, то есть это все инсулин и отвертки, короче. Intelligent system analytic computer reactivated. All Isaac subsystems. Это мы Исаак запускаем, да? Да. Мы его запустили. Continue your sweep of the complex. Hostile radio intercepted. Hello? Is this the division? Looking for someone? Who is this? Инвентарь наводишь на дел, поэтому ты хочешь вытянуть оружие и передать предмет. Если не передается? Буковка В.
и потом Тап уничтожит. Так, а выкинуть-то как? Оно не выкидывается, Зай, оно разбирается. Да блин. А как ты выкидываешь? Я выкидываю, если в группе мы играли, то есть, грубо говоря, тоже как бы в группе, оно потом выкидывается для группы. Если ты взяла какую-то снарягу либо оружие вне группы, то ты не сможешь передать ее либо выкинуть, только сломать. Без меня тут. А, мы тут уже. Ой. Да, блин. Телефончик. Опять. Знаешь, тут много же. Это же история, сюжетка. Да, вот этот тот у меня появился, у меня нет такого. Иди за этим, как мы хотим. Видишь, где я? Ты бежишь на Лёху. Я от Лёхи. Перепрыгивай. Вот тут там. We start spraying in 2 days. In the meantime, you can announce a new program designed to stop the spread of green poison and look like a hero. And when this is all over, I'll say I told you so. Тут где-то должен быть. Ну, включения никого нету, да? Ну ладно. Да, по нулям. Ну, сейчас бегаем. Побегаем по подземельям. Hey guys, I'm still willing to deal, but you better decide fast. I don't know how much more this dude can take. Как сказать? Just stay focused. Так. Разрывные. Ладно. Эй, там что-то много их. Что-то не туда. Чё, это все, а? Я думал, нет. Все уже. Это начало. Вон, два толстых. Ух ты! Раздеваем их. Быстро мы его раздели. Этого тоже надо раздеть. Отходи. Аллилуйя. Я, пожалуй, тут посижу. Ой, тут еще один пришел. Жорево. Кому надо жорево? Это как очарать. В смысле жорево?
А, ну, пища, там, что ли? Да, ты не должен быть. Да, ты должен быть. А, ну да, он должен быть. Ладно. Да. Смотри на мою пушку. У нее есть дуло или нет? У нее нету. Это уже у тебя снайперка. Почему дуло нет? В чем прикол? Так она это... Типа как с глушителем сразу же. Ну так пусти. Зеленую отраву. Нет, не утащит. Наркоту, ёпал. Шеф же тоже вроде зеленый. Так. Да, блин, мне тоже оставьте чё. Чё броня не устанавливается? Anyway, I love us. Now you were an important step closer to getting the Shade Network back to full strength. You did good. I'll see you around. И о чём мне там говорят? Что-то доступ к навыкам. Так, там будьте пока. Либо в опорный пункт какой-нибудь. А ты куда? А меня Белый дом зовут, приглашают в гости. Там, навык открыть, вернее, спецспособность. Настя, у тебя какая спецспособность? Ты где посмотреть? Ну, у тебя чего, снайперка или что? Ну, когда на четверку нажимаешь, что у тебя? Цифровой. Ключи. Четвертый. Слушай, а у нас не рано, то есть, как бы, они же специализация не на... Не после 30-го? Ну, может быть. Я не помню уже. Не, после 30-го. Потому что до 30-го, то есть, как бы... О, мне тоже навык предлагают. Я, Зай, ты преимущество все открыла? Что это? Давай, прыгай в этот самый. Да, в Белый дом. В дом. И к интенданту. Так, уважаемые друзья, я, наверное, короче, это, буду закругляться. Я сегодня просто с ночной смены, так бы еще с удовольствием побегал. Ну, как-то да, что-то вопрос. Я как бы, да, уже немножко это, залипаю. А, был очень рад общению, знакомству, фану и... заковыристым вопросом про воздух в шинах и так далее. То есть мне очень все это понравилось. То есть я никогда не задумывался. Ну, вот. То есть...
Так что буду рад, как бы, ну, в следующий раз сконнектиться. Так, а теперь относительно того, что на канал, когда выложу, сейчас у меня в HD, у меня все это записано, то есть я, ну, где у нас простое, то есть, да, я в монтажерке все это вырежу и уже смонтированный ролик залью на YouTube в 4К. Mm-hmm. Ну, где-то в течение недели, ну, я маякну, в течение недели или где-то полутора, то есть, как бы, он будет там, ну, на канале, в плейлисте The Division. Да, хорошо. Все, окей, друзья, все, тогда, давай. Да, то есть, мы в Ubisoft есть, в Discord есть, то есть, как бы, сконнектимся, то есть, ну, и еще раз окунемся в мир The Division. Я буду только рад. Да. Все, спасибо. Давайте, друзья, покеда вам, хорошего фарма. Давай, пока-пока. Пока.